Так, дорогие мои, кто спрашивали рум-тур семейного домика на Инжу, сейчас я вам его обязательно покажу. Здесь вот площадочка, вот она, наше морешко, беседки. В общем, вот так мы заходим. Здесь у нас на первом этаже сразу, вот он, санузел. А в Инжу в домиках семейных есть даже и стиральная машинка. Ну, фен вообще везде есть. Поэтому те, кто остановится в Инжу, можете фен с собой вообще не привозить, потому что здесь есть. Так, здесь идет вот такой первый этаж, холл. Ага, сейчас, доча. Вот здесь идет мягкий уголок, телевизор, стол семейный, такой большой диван. И сейчас покажу здесь кухня-студия, холодильник, чайник, микроволновка. Сейчас покажу. Здесь у нас, значит, здесь вид во двор. Здесь во дворе есть вот такая вот москитная сеточка, садовые качельки. Вот они стоят. Такая терраса хорошая, спокойная. Барбекю-зона, да? Сейчас закрою. Пойдемте покажу сейчас второй этаж. Здесь на первом, кстати, также есть еще одна комната. Вот она. Здесь тоже идет одноместная, полуторка, шкаф, тумба. Итак, поднимаемся наверх. Поднимаемся на второй этаж. Здесь у нас еще один санузел. Вот такой вот большой санузел. Так, здесь у нас еще одна комната. Семейная такая, с двухместной кроватью. Здесь вид идет на озеро Алаколь. Вот, пожалуйста. Ну, это семейный дом. Всем привет! Итак, поехали дальше. Затем еще одна комната. Здесь диван, двухместная кровать с ортопедическими матрасами. Телевизор, кабельное телевидение, зеркало. Кстати, во всех номерах, если что, есть сейф. Вот такой вот сейф. Код сами устанавливаете и можете смело оставлять ваши ценные вещи, телефоны и так далее. Ну, в плане безопасности, охраны здесь все хорошо, все спокойно. Еще один балкончик. И, о, какая люстра, посмотрите. Угу, очень стильно, да? Так, и вот еще одна комната. Это как детская комната. Полуторка, одноместная и двухъярусная кровать для ваших малышей. И вид идет во двор. И вот здесь вот выход на улицу. Во двор. Вот он ресторан, вот он ресепшн. Это первый корпус, второй корпус. Спортивные тренажеры для тех, кто с утра любит позаниматься спортом.